презентации просто нужно делать скриншот. Смотрите, как там все. Как страница тут так. У меня отключился экран, но он, скорее всего, снимает. Росная трава. Он снимает, не снимает. Снимает. На всем раз. Каждый раз на эту кнопочку нажимать, чтобы убедиться. Вот я также в ночном поле после ночного похода, как в тумане в каком-то. Туман, я думаю, хорошо заметен. Блин, малый заряд. Я специально не снимаю это все на телефон, чтобы дать хоть какую-то возможность экшен камере проявить себя. Опа, тут собаки лают, потому что единственный человек ползает по полу. На всем рассадке. Все, что белое, это туман, это роса. Ой, у меня почти уже заряд. Ночного похода. На большом экране все будет видно. И не надо ничего конвертировать, самое главное. Просто все холодное. Фу, это все мокрое. Идешь такой заспанный. Сейчас идет подготовка.
облаков не видно. Тут у нас чайки летают. Теперь, оказывается, можно из экшн камеры снимать, а потом просто делать скриншот экрана. Показываю, что вокруг, потому что себя я снимал много. Да еще и сниму именно поэтому. Просто показываю, что вокруг туманчик такой. И роса. Ой, блин, ну пока все спят. Или на работе, с работы кто-нибудь идет с ночной смены. Я задрогаю в поле. Я никуда не пропал, как вы эти написали. Кому-то вот блогерша, ты еще живая? Так я и говорю, а вы не делаете так часто видео, блин? Чтоб никто не ждал с такой частотой, это, блин. Вы же понимаете, что если вы будете слишком часто, то это превратится в пожизненное шоу такое. Пожизненно уже для интернета. В этом опасность. Однако, именно эта экшн-камера и дает смысл. Значит, может быть, без нее я бы никуда не поехал. Ни в Среднюю Азию. Ну, предположительно пока что. Хоть и специально для нее, но я там побываю фактически. Я же все посмотрел. Это действительно мотивация. Может быть, все наоборот. Может быть, это не минус, а плюс. Туманчик снимаем, туманчик и росу. Вы такое видели? Вы такое ожидали? Ой, может, она серебристые облака может? Видите? Мозги человека позволили. Я уже на 8 минут насню. Всю вот эту росу, видите? Вот это все роса. Белая туман. Блестящая такая роса. Освещение утреннее. Солнышко заходит у нас там. Ну, сейчас вот здесь встает. Видимо, вон, вот здесь. Вот, вот оно встает сейчас. Вот я делаю, чтоб контраст. У меня вообще зарядки нету. Вот я взял две видеозаписи, сделал скриншоты, соединю их и все. Обрезать я их еще можно в программе. Самая лучшая программа, не знаю для скриншота какая, но для видео, для соединялки и для обрезки лучше всего. Если вам нужно делать короткое в пределах 20 минут из титрами, там, как я для деревень делал, когда еду с подписями деревень, это MyMovie. Если длиннее 20 минут, у меня звук начинает уже запортачиваться. Капустку в России снимаю. Если же вам нужно длинное, качественное видео, больше часа я не нашел ни одной, но час может позволить соединить программу, которой пользуюсь я для всех видео. Видеошоу на телефоне. Видите, я придумал все программы, чтобы можно было для телефона использовать. Ой, солнышко восходит уже. Чтобы можно было все программы, чтобы можно было использовать. И как соединять. И как снимать видео, чтобы уже, даже с экшн-камеры, чтобы не надо было конвертировать. Ну, мозги капец. Работают только.